Пьеса Мольера скупой в исполнении одного актера. В Баку продолжаются Дни культуры Франции и Неделя франкофонии. На этот раз при поддержке посольства и французского института был приглашен актер Феликс Лебрис. Уникальность этой театральной пьесы заключается в том, что, не сменяя декорации, актер перевоплощается из одного действующего лица в другое. Как раз сегодня я покажу нечто новое. Соло-театр, что может показаться очень простым на первый взгляд, когда только один человек, один артист интерпретирует полностью одну театральную пьесу. И это будет пьеса Мольера «Скупой». До сегодняшнего дня такой формат постановки не представлялся ни во Франции, ни в Азербайджане. Вся магия будет заключаться в том, что актер передаст проблему этой пьесы, растворившись во всех персонажах, при этом передав все эмоции действующих лиц. Некоторым даже, возможно, удастся представить в уме все декорации картины. Театральной постановки нет ни украшений, ни аксессуаров, тем не менее, все кажется реалистичным. Интенсивность эмоций, виртуозность, элегантность, юмор таких персонажей, как Гарпагон, Клеант, Мариана, Валер, Элиза, Фразина, Мастер Жак и так далее, воплощается в жизнь в этом ритмичном и где-то странном шоу. Результат потрясающий. Комедию, которая состоит из 5 частей, зрители смогут лицезреть в течение часа, погрузившись в быт 17 века, при этом отчасти соприкоснувшись с современной культурой Франции. Пьесу можно будет посмотреть в пятницу 14 апреля в Бакинском французском лицее в 17:00 и в понедельник 17 апреля в это же время в отеле «Ландмарк». Вход свободный. Владислав Ващишин, Али Сурхаяглу, CBC.